Инвалиды в приюте. Для многих это единственный шанс выжить. Искалеченные нашими руками. Руками человека. Одри. Старушка, которая попала нам с усыпалки. Мы забрали ее с Терпунской живодерни. И прожила она у нас несколько лет. Девочка по-прежнему веселая, ласковая, добрая. Она сидит с другим инвалидом. И все равно очень-очень нуждается в тепле и защите. Одри. Чудесный, замечательный, хороший ребенок. Мы не знаем, откуда у нее травма, но операцию мы сделали. Удалили огрызки, все, что там оставалось внутри, промыли и зашили. Все, что мы могли для этой девочки сделать. Одри. Витас. Витас, мы его назвали, потому что он скулил очень тонко, очень высоко. Витас тяжело заболел, но хозяевам было на него наплевать. И в приют они его сдали, когда мальчик обгрыз себе уже все четыре лапы. Обгрыз все четыре лапы. У мальчика нет когтиков, нет пальчиков. Сейчас он здоров. Его лечили. И он чувствует себя хорошо и ходит в сапожках. На лапках еще плохие шрамы, очень тонкие. Поэтому он все время обутый. Он ласковый и хороший. Витас. Вот такой у нас певец. Герка. Толстый, рыжий. Это он сейчас такой стал. А когда мы его нашли, он лежал на обочине с переломанными ребрами и почти умирал. У него был полный сборник и пироплазмоз, и все. Мальчика вылечили. Но у него нарушилось после этого. И поэтому такой толстенький. Герка. Хороший парень. Очень добрый. Очень ласковый. Ирэш. Слепой овчар. Метис овчара. Лохматый и очень добрый. Просто безумно ласковый и хороший. Мы забрали его с территории какого-то завода, где он ходил и тыкался носом. Его пожалели охранники и позвонили нам. Он у нас недавно, всего несколько месяцев. Но он очень добрый, ласковый и трогательный. Ирэш. Никас. Никас. Я уже не знаю, откуда у нас Никас. Пытаюсь вспомнить и не могу. Но могу сказать одно, ребят. Пес добрый, ласковый. Видно, что он уже не молодой. Но все время подставляет голову, чтобы его погладили, когда ты заходишь к нему. Никас очень хочет семью. Наверное, так же, как и другие, но инвалиды особенно трепетно к этому относятся. И жалко их гораздо больше. Никас – хороший мальчишка. Замечательный просто. Мы – зоозащита. Мы жалеем собак, кошек. Жалеем все живое, что вокруг нас. И мы, пусть на этом уровне, но пытаемся хранить добро. Взываем к милосердию, взываем к вашему состраданию. Хотя, если оглянуться, ребята, сколько вокруг нас этой боли, сколько стариков, сколько детей. Я говорю именно о инвалидах. Гриша тоже метис овчара и тоже слеп. Гришу мы нашли под Чеховым. У него не было никаких шансов выжить. Хороший, прекрасный пес. Ребята, я об инвалидах могу говорить только то, что чувствую к ним. Когда глажу, когда захожу к ним. Они все добрые, все.
И когда их гладишь, они тихо-тихо поскуливают. Перед вами наш второй выпуск о наших инвалидах. И я обязательно продлю его. А еще покажу вам наших стариков. Тех, кто живет у нас очень давно. И для кого так и не нашлось семьи. Но мы продолжаем ее искать и надеяться. Но если о инвалидах, людях, кое-как еще заботятся, то о животных заботятся только зоозащита. Для нас это сейчас почти ругательное слово. Как часто нам говорят, вы обязаны. Я хочу сказать, что мы никому и ничем не обязаны. Зоозащита – это добровольное желание помочь. И любой из вас может присоединиться и стать зоозащитником. Для этого не обязательно бегать по приютам. Для этого надо просто протянуть руку помощи. Есть разные варианты. Вы можете приехать в приют и привести вашу помощь. Вы можете перевести любую, даже самую маленькую финансовую поддержку. Вы можете помочь нам информационно и рассказать о нас. Взять этот ролик и разбросать среди ваших друзей. Это тоже огромная помощь. Одни и те же люди не в состоянии спасать приют. У каждого из нас свои домашние проблемы и жизненные ситуации. Зоозащита – это не название, это призвание души. И если у вас есть хоть капля тепла, добра, улыбки, и вы можете отказаться от пачки сигарет, от бутылки пива, от мороженого, эта помощь может пойти на приют. Мы обращаемся к вам, потому что хоть в приютах и обитают по 100, по 200, по 1000, по 2 животных, все-таки в размахе нашей огромной страны мы капли в море, и нас, людей, все-таки больше, чем животных, попавших в беду. И я призываю вас, пожалуйста, не проходите мимо. Ведь каждый из нас был маленьким, каждый жалел. А сейчас мы становимся равнодушными, потому что все время куда-то спешим. Прошу вас, замрите на мгновение. Особенно сейчас, когда в руках у каждого из вас есть телефон. Переведите, пожалуйста, 100 рублей на приют. Не обязательно на лохматую душу. На любой, кто попался вам на глаза. И вы не представляете, сколько счастья горит в глазах собаки, когда даешь ей лишнюю горсть корма. Когда обрабатываешь ей раны, и рана перестает болеть. Как они радостно и благодарно лижут руки. А еще, ребята, это потрясающе, как они понимают, что ты пытаешься им помочь. Мы часто смотрим в эти глаза. Мои хорошие, я обращаюсь к вам от имени приюта. Пожалуйста, отзовитесь и присоединяйтесь. Даже если вы это сделаете один раз. Главное, сделайте это. Помогите приюту хотя бы один раз. А потом на ваше место придет следующий человек. И тоже на секунду замрет, и, может быть, в душе у него что-то шелохнется, всколыхнется. И он также поделится с нами своими небольшими возможностями. Я благодарю вас, люди. От имени приютских питомцев, от имени инвалидов, у которых кроме приюта ничего нет, я прошу у вас помощи для искалеченных, для безлапых, для одноглазых, для слепых. Я прошу у вас помощи для стариков. Я прошу у вас помощи для малышей, у которых еще есть шанс обрести семью. Я прошу помощи у ваших сердец, у вашей души. Благодарю вас.